Разбираем электропечку. Не работает реле регулировки температуры. Открываем. Вот само реле. Вот. Вот контактики, которые включают и отключают работу печки. Это регулятор принципе его действия. Вот здесь стоит резьба, которая либо вкручивает центральную ось, либо выкручивает. За счет этого происходит движение, я не знаю, как это называется, скажем так, рычажка, который натягивает контактную группу. Чем туже она натянута, тем больше нужна температура для отключения. Вот это вот температурная пластинка, которая при нагреве отключает контакты. Естественно, печка отключается. Все. Они сейчас в очень плохом состоянии. Поэтому они не работают так, как надо. Сейчас будем их чистить. Для этого берем надфилетчик, отпускаем контакты на максимум и аккуратно чистим. Главное выдерживать плоскости на двух контактиках. Это очень важно, потому что контакты должны привлекаться друг с другом всей плоскостью. Потеряла свою мощность из-за того, что ток проходит только через эти контакты. Когда они становятся неровными, тогда меньшая площадь для прохождения напряжения. Отсюда теряется мощность печки. Поскольку здесь очень маленькое расстояние между контактами, вместо надфилёчка тогда лучше использовать женскую маникюрную пилочку. Она как раз сюда заходит. Вот мы ее вставляем и чистим. Чистим до тех пор, пока будет на двух контактах хорошая плоскость соприкосновения. Все. Поскольку были стерты контакты немножко, теперь нужно отрегулировать температуру печки. Для этого вот здесь есть на шлицах как бы ограничитель. Его нужно снять, выкрутить ручечку и провернуть так, чтобы минимальная температура печки была при сомкнутых контактах. Сейчас я это уже сделал, поэтому буду закрывать крышку и включать печку. Собирается просто здесь по центру одна гаечка стоит на 6. Либо можно отрегулировать вторым способом. Для этого надо, вот здесь есть в центре температуростойкий сердечник. Можно его потихоньку стачивая добиться того же результата и отрегулировать печку по температуре.